Автошколы региона возобновляют работу. Об этом сообщается на сайте администрации Томской области. Такое решение принял региональный оперативный штаб по противодействию распространению COVID-19. 5 томских автошкол получили разрешение на оказание услуг по подготовке водителей автотранспортных средств и начали работу. Автошколы, имеющие АКВЭД 85.42.1 через портал работы.томск.рф, могут направить уведомления о готовности осуществления деятельности в период режима «повышенная готовность». Такие уведомления направили еще 11 автошкол. При соблюдении требований, установленных для организации индивидуальных занятий по вождению, они также смогут приступить к очному обучению курсантов. Как сообщил начальник департамента профессионального образования Томской области Юрий Калинюк, создана комиссия по приемке автошкол. Цитата. «Руководители автошкол несут личную ответственность за безопасность своих работников и курсантов. Есть требования, которые необходимо соблюдать при проведении индивидуальных занятий. Комиссия проверяет готовность автошкол к их выполнению. При выходе на маршрут учебный автомобиль смогут проверить также и сотрудники ГИБДД на наличие средств защиты». Юрий Калинюк уточнил, что каждый автомобиль должен быть оснащен бесконтактным термометром, средствами индивидуальной защиты лица и рук, журналом, в котором должны отмечаться время обучения и контакты каждого курсанта. Перед занятием автомобиль в обязательном порядке должен быть обработан антисептическим раствором. Занятия по вождению должны проходить только при использовании средств индивидуальной защиты инструктором и курсантом. Предварительно перед занятием должна проводиться термометрия обучающегося.